Мне кажется, что все же публичные выступления, театр тот же, да, кино, это все средства массовой информации, и художники, режиссеры то или кто-то еще, мне кажется, всегда могут найти очень разные пути выражения своих мыслей. То есть сказать однозначно, что да, только таким словом можно выразить там эту мысль, мне кажется, нет. Мне кажется, русский язык, он настолько богатый, что можно и без мата. Я понимаю, что, может быть, в обычной жизни там бывают сгоряча что-то, да, такое происходит. А, ну, то есть я не приветствую это как просто метод общения, что там просто человек через каждые два слова. Некрасиво, правда, правда. Вот, была в автосалоне как-то и была очень удивлена, что менеджер общается так. Но ему казалось, что это очень классно. Вот, на самом деле, очень некрасиво со стороны это смотрится. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки публичные места, они должны быть ограничены вот в таких выражениях. Мне кажется, это совершенно не нужно. Тем более дети, я как мама очень за этим слежу. Это очень важно.